Стратегия для бинарных опционов SimpleScalp представляет собой агрессивный подход к работе с трендом на финансовых рынках. В ее основе лежит выявление ценового импульса в момент его зарождения, и это особенно привлекательно для трейдеров, которые предпочитают активную торговлю бинарными опционами. Сигналы, которые формирует эта торговая система, на графике не перерисовываются. Разработчики просят за свой инструмент простого скальпинга $87, но с нашего сайта в ознакомительных целях SimpleScalp можно скачать бесплатно и установить в МТ-4 для тестирования. Ссылки для скачивания стратегии и инструкции по установке ищите в описании под видео. Давайте вместе с нами разберемся, насколько эффективна эта система и стоит ли своих денег. Эта стратегия состоит из двух индикаторов – Direction и простой скользящей средней с периодом 100 – SMA 100. Для успешной торговли по этой стратегии советуем выбирать только высоковолатильные активы. Они обеспечивают достаточный запас хода для прибыльного закрытия опционных контрактов после получения сигнала на открытие сделки. Рекомендуемый таймфрейм M15, а в процессе тестирования и изучения сигналов на истории наши аналитики однозначно пришли к выводу, что лучшая экспирация 6 свечей. Теперь давайте рассмотрим правила торговли бинарными опционами с использованием этой стратегии. Важным элементом любой трендовой торговой системы выступают дополнительные фильтры, с помощью которых удается снизить количество ложных сделок против основной тенденции. В стратегии SimpleScalp таким фильтром выступает простая скользящая средняя с периодом расчета 100 свечей. И если цены находятся ниже этой кривой, будем искать только сделки на покупку опционов PUT. И наоборот, пока цены находятся выше скользящей средней, обращаем внимание только на покупки опционов Call. И для покупки опциона Call необходимо убедиться в том, что цены анализируемого актива находятся выше простой скользящей средней с периодом 100. Затем необходимо дождаться закрытия свечи выше красных точек индикатора Direction и появления зеленой стрелки вверх. И следующий шаг – на открытии новой свечи покупаем опцион Call. При покупке опциона PUT точно так же, только в зеркальном отображении. Необходимо убедиться в том, что цены анализируемого актива находятся ниже скользящей средней с периодом 100. Далее ждем закрытия свечи ниже голубых точек индикатора Direction и появления красной стрелки вниз. И на открытии новой свечи покупаем опцион PUT. Давайте попробуем поторговать на реальном примере, и для экономии времени мы выйдем за пределы рекомендованного таймфрейма M15, а будем использовать M1 с экспирацией 6 свечей. Итак, откроем несколько активов МТ4 для быстрого получения сигнала и ждем. И вот первое оповещение. Сигнал на покупку опциона Call валютной пары британский фунт доллар. А SimpleScalp преданно выдает нам сигнал на покупку опциона Call. Сразу после получения сигнала мы переходим на платформу Pocket Option, где у нас также открыты аналогичные активы. Выстроен таймфрейм M1, экспирация 6 свечей и фиксированная сумма $100 на покупку опционов. Ищем график фунт-доллар и покупаем опцион Call. Экономим ваше время и ускоряем движение графика. Наблюдаем и видим, что цена уверенно двигается вверх, и в результате получаем плюс профита $58 на вложенные 100. Получаем следующий сигнал, и на всплывающем окне видим, сигнал поступил на покупку опциона PUT валютной пары евро-доллар. Сразу после получения сигнала мы переходим на платформу Pocket Option, ищем график евро-доллар и покупаем опцион PUT. Для экономии времени мы ускоряем график и наблюдаем. И вот и эта сделка завершилась в плюс. Как видим, правила торговли по этой стратегии достаточно простые, и даже на минутном таймфрейме с экспирацией 6 свечей можно получить хорошие сигналы и совершать сделки в плюс, но лучше использовать рекомендованный нашими специалистами таймфрейм M15, потому что именно на этом временном интервале SimpleScalp показывает стабильные результаты. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что эта торговая система стоит своих денег, и грамотно ее используя с дополнительной фильтрации сигналов можно стабильно получать прибыль, увеличивая свой депозит.
Однако знакомство с любым индикатором или стратегией начинать нужно исключительно на демо-счету на платформе проверенного брокера с соблюдением правил риск и мани-менеджмента. Надежного брокера можно найти на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. И полезные статьи там же по ссылкам в описании. Спасибо вам за внимание. Хорошего профита!